канун великого праздника в Петрозаводске. Торжественное заседание. Председатель Президиума Верховного Совета Карельской ССР Проканен объявил о том, что республика награждена памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров и ВЦСПС. И все мы в зале встали и стоя приветствовали эту почетную награду. В самом преддверии 50-летия годовщины октября особенно радостно знать, что твой труд получил такое высокое признание. Когда первый секретарь Карельского обкома партии товарищ Сенькин напомнил, с какой верой говорил Ленин о будущем Карелии, мне подумалось, насколько дальновидным был Владимир Ильич. Выступают представители старой гвардии коммунистов, рабочих, земледельцев, интеллигенции, нашего славного комсомола, и в их речах вся жизнь сегодняшней советской Карелии, та самая жизнь, в которую так верил Ленин. Кому, как не нам, людям старшего поколения, сравнить ее с унылым прозябанием бывшей Оланецкой губернии, нищей окраины царской России. Неузнаваемо изменилась Карелия. Будущее ее народа — пионеры. Пройдет время, и они будут принимать награды Родины.